Всем привет. Салатик с сухариками. Борщик, что отцепись. Квасовые сухарики, помидорчик и лук. Сегодня немножко спала жара. Смотрела опять про Турцию. На Сейшелах в гостинице вот эти сумки, которые крадут, пишут в них внутри записку, что не берите сумку. Если вы хотите сумку, пойдите на ресепшн и закажите. И вам ее включат в счет. На Сейшелах процедуры указаны в евро, а вот эта вся еда, там, ну, такие незначительные услуги в их валюте. И народ путает. Идет на спа и думает, что в их валюте, а на самом деле в долларах. В общем, заморачивают голову, чтобы люди больше заплатили. В самолетах на вот этих VIP-местах или как бизнес-класс предлагают безлимитное спиртное, но безлимитно не наливают. Люди жалуются. Салатик пообедали. Но по поводу следующего боку дальше проходит процесс, это были данные.
Илон Маск опять учудил. Там поставил логотип в виде буквы X и так мигает, что люди жалуются, что спать невозможно. Ему штраф выписали. $1000 в день будет платить. Смотрела сегодня, как колбасу делают. Ну, своя коптильна, копченую. Ну, такое дело. Сухари не воздушные. Прям такие крепкие, что их не разгрызешь. Антарктида очень много утратила льда. Потеряла лед. До февраля будет терять лед. Так, перекусили. Немножко спала жара, хоть чуть-чуть. Можно было поспать. Ну, сегодня утром только спала. Даже не ночью, а утром. Вот такое это дело. Вот так.